Так, вот я заказывал лодку Hanse 350 Pro на Озоне. Доставляла деловая линия. Ну, за счет доставки у меня претензий нет, конечно. Только что комплект не закомплектован, короче, комплект. В лодку должно входить этот ремкомплект, ремонтный набор. Его почему-то не прислали. Ну, насос был и паспорт был в лодке. И еще вот такая недостаток. Короче, очень огорчило, конечно. Вот я накачал вчера лодку для проверки. Вот сегодня, примерно, сутки прошли. Левый отсек, задний, левая сторона лодки, левый отсек. Спустил вот до такого состояния, она спустила, вот. Это все нормально. Крепко все держится. А вот левая сторона вот так. Неужели на заводе так трудно было производителю проверить, что лодки брать брак? И потом это втюхивать народу. Не пойму, что это за система такая у них. Лодка Hanse 350 Pro. Цвет камуфляж. Вот такая горечь. Короче, на душе, конечно, остаток остается. Что деньги получены немалые. Я старую лодку с мотором продал. Вот купил побольше лодку. И вот такая петрушка. Так я вот не знаю. Писать мне на завод эту рекламацию, что они так делают. На ютубе все нормально у них. Все отлично. Лодки, все. А на сам по факту дела. Вот такая петрушка. Вот. Не знаю. Буду потом проверять. То ли через клапан, то ли не знаю. Или где-то по шву. Швы-то я скажу, что не очень качественно сделано. Там есть такие погрешности у них есть местами. Вот надо намыливать лодку и проверять. Что такое должно? Что там такое случилось? Не знаю. Хорошо, если через клапан травит. Так что вот так как-то. Спасибо Хантеру за такие лодки. Конечно, расстроился я. Все, колеса установил я эти. Чтобы таскать легче было. Трансовые колеса. Так, лодка мне очень устраивает. Большие баллоны, все хорошо, все отлично. Ну вот такой косяк завода. Как-то так. Вот как травит. По всему кругу вот здесь. Отсюда, здесь. Сейчас еще раз намажу. Да. Сейчас. Точку. О. Вот она. Травлю. И вот в этом месте тоже. Зачем каким-то втором месте? Ну, хватает одного. Все вот тут где-то травит. Вот сейчас пошло. Наверху и тут. Вот два места.